Повышение качества образования – главная цель. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко прокомментировала ежегодное послание главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова Народному собранию республики, ее ведомства. Какая работа уже проведена и что необходимо для выполнения поставленных задач, расскажет Альбина Ламкова. Оценка развития региональной системы образования дана и определены новые задачи, в соответствии с которыми были даны поручения в ежегодном послании главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. К исполнению уже приступили, они выполнимы, так как необходимые условия для работы созданы, сказала министр образования и науки республики Инна Кравченко. Достаточно хорошая, основательная работа и фундамент был заложен до того, как завершается работа национального проекта образования. Я хочу сказать, что за весь период образования все контрольные точки в рамках реализации национального проекта образования были достигнуты. Это и строительство, и капитальный ремонт школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций, оснащение их современным оборудованием. Конечно, профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, реализация программ повышения квалификации, методическая поддержка. Конечно, остаемся приверженцы основной цели – это повышение качества знаний наших учеников, это в том числе качество работы наших сотрудников, педагогов, непосредственно их подготовка, переподготовка, повышение квалификации, это подготовка кадров профессионального уровня. И сегодня эту задачу также Рашид Борисбиевич обозначил перед нами. Над этими и многими другими задачами мы готовы работать на перспективу ближайшую. В планах достойно завершить национальный проект образования. На смену ему в 2025 году придут новые, направленные на дальнейшее развитие отрасли и повышение качества образования. Начнет формироваться и реализовываться новый проект по созданию инфраструктуры дошкольного образования, в том числе это то, чего раньше не было, то есть это строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. И хочу отметить, что в рамках поддержки и поручения главы Карачаево-Черкесской республики уже в 2024 году будет отремонтировано за счет республиканских средств 12 дошкольных образовательных организаций по одной образовательной организации в каждом муниципальном образовании. В 2025 году в рамках нового национального проекта эта работа будет продолжена и будет длиться до 2030 года. Надо отметить, что помимо капитального ремонта будет и строительство дошкольных учреждений. Там, где необходимо, продлят строительство общеобразовательных организаций. Уже в этом году ведут 4 объекта почти на 1500 дополнительных мест. Это даст возможность решить проблему со второй смены, ликвидируя ее полностью. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.